Здравствуйте, сегодня я получила посылку от магазина мыло Опт Кременчук. Заказывала первый раз. В магазине очень большой ассортимент и буду дальше работать с этим магазином. Вот накладная. Четко видно количество товара, цена. Все. Записана замена, то есть когда не было той формы, которую я хотела, то перезвонили и поменяли на другую форму для мыла. Основа для шампуня Crystal SS. Вот еще одна основа, та же самая, только 100 грамм. Первая была 500 грамм. Это основа для маски, бальзама для волос. Сорбат калия. Твердая основа для мыла оливковая 500 грамм. Так, ну. Масло семян черного тмина. Экстракт крапивы водорастворимый. Формы силиконовые для мыла. Можно для сухого шампуня использовать. Это розочка. Коллаген. Для шампуня будем использовать. Активная сыворотка для волос. Депантенол тоже используется для масок и для шампуней. Масло авокадо водорастворимое. Малиновый краситель, цвет малиновый. Это зеленый. Отдушка, цветочный микс. Эфирное масло розмарин. Марокканская глина Расул 50 грамм. Силиконовая форма для мыла, это волнушка называется. Отдушка лимон лайм. Шара микс. Для визиток. Эфирное масло корицы. Далее у нас идет термостойкий стакан для изготовления мыла или измерения чего-нибудь. Формы емкости, которые можно использовать. 50-граммовые для
бальзама для волос, например. Дальше тут осталось еще одушка кофе латте. И 100 штук пакетиков для мыла бумажных. Спасибо магазину за посылку. Связались и все редактировали со мной. Будем дальше работать с вашим магазином.